Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как и обещал, взял вот такие ракеты другой фирмы. Вот такие ракетки, надеюсь, сегодня будут хорошо взрываться. Также еще петарды есть, короче. Давайте будем выставлять и начинать. Так, кто не видел предыдущее видео с другими ракетами, заходите, смотрите. Видосик получился классный. Так. Вообще, напишите, как вам ракетки, нравятся вообще или нет. Может быть, ночные видео, побольше ракет брать в ночных видео. А то что-то ракетки никто не хочет смотреть. Вот блицы, например, ракеты. Вот если вам такое интересно, пишите в комментарии. Буду для вас снимать. Смотрите, вот так хорошо выставил. О, фокус давай наводись. Прям на ракетке. Не хочет наводиться. Короче, вот такие ракеты. Что ж, погнали. О, это уже хорошее начало. Хотя бы взрывается, ребят. Правда, конечно, местность не очень. Ночью было бы лучше, но и днем тоже, думаю, хорошо. Стартует супер. Так, давайте вот так теперь. Будем разные комбинации тестить. Давайте двойную. Одновременно взорвались. Да, класс. Да, вверху даже я не вижу их. Не знаю, видно вам на камеру или нет. Супер, короче. Так, последние ракетки. Буду по одной, чтобы хорошо заснять. О, ребята, первая не сработала. Минимум брака. Класс. Так, давайте довзрываем вот эти петарды прошлой серии. Взрывали связочкой, было круто. Давайте сейчас тоже повзрываем. Тут уже немного осталось. Не ленитесь, ребята, заценивайте предыдущие ролики. Для вас же снимаю. Кто пропустил, может, много не видел, обязательно заходите на канал, открывайте вкладку «Все видео» и смотрите все ролики.
Юху. Взрыв. Так, сейчас хочу взорвать вот эту пачку. Давайте возьмем вот такую дымящий Красар 4. Так. Сейчас установим как-нибудь. Главное закрыть вовремя. Так. В клочья, ребята, коробку. Класс. Так. Раз уж мы связочки взрываем, давайте взорвем вот такие. Красары 1. Надеюсь, они хорошо сложены. О, да. Супер, ребята. Обожаю такое. Как вам? Вот, смотрите. Просто детки. Вот это просто мясилово, ребята. Вы слышали? Вот это взрыв. Я таких еще не слышал. Всегда взрываю упаковками, но это, по-моему, самый мощный Красар. Блин, даже забыл посмотреть, чья это фирма. Так, это у нас, запоминайте, ребята, Максим, вот такой Красар. Покупайте, топ, ребята, советую. По-моему, покупал на пиромаркете. Так. Да, ребята, аж в ушах звенит. Вот это был мощный взрыв. Так. Давайте еще каких-то с эффектами интересных найду петард. Так, что у нас тут есть? Просто обычное, не очень интересно. Вот, с дымком. Вот это хорошо. Блин, ребята, в Красарах 4 делают классный эффект, а в больших петардах лень сделать. Хотя бы дымок, ребята, треск какой-то, свист, тоже было бы интересно. Вот. Взял. Так, закроем коробочку. Давайте будем что ли здесь устанавливать. Это у нас два взрыва. Погнали. Стараюсь, ребята. Может быть, камера немного наклоняется. Отворачиваюсь, ребята. А то у меня пару раз так попало, блин, петардами. Очень больно. Так, поэтому будьте аккуратны. Так, прогорел. В сторону. Следующий берем. 4. Красарчик 4. Это все будут Красары 4. Так, не хотят здесь. Блин, устанавливается. Ладно, пусть будет так. Дымища. Жесть, так. Красар 4. Так, два взрыва. Дым. Вот. И Красар с эффектом. Треск. Поехали по очереди. Два взрыва. Неплохо. Так, и самый мощный будет вот Красар 4 дымный.
тоже вот так вот взрывались петарды сегодня. Вот такие делали мы ленты пулеметные. Жесть, разорвала коробку, свистульки. Короче, вообще, хотите таких видео, пишите в комментарии, буду для вас снимать вот такие связочки. Это, по-моему, намного интереснее, чем взрывать какие-то предметы. Не знаю, мне это даже больше понравилось. Обожаю просто связки, ракетки и такие все приколы. Короче, пиротехнические изделия с эффектами очень нравятся. Так что пишите свое мнение в комментарии, понравилось или нет. Хотите еще? Если хотите, пишите слово «хочу» в комментарии. Если хотите ракетки, пишите «хотим ракет». Короче, предлагайте. Каждый, кто что хочет, пишите в комментарии. Стараюсь перечитывать, ребята, запоминать, какие кто хотел видео. Стараюсь снимать. И так, ребята, выпускаю каждый день ролики, чтобы вы смотрели интересные видео. Я же не могу, ребята, всем угодить за раз. Поэтому снимаю. Вот много комментариев про кастрюльки, снимаю про кастрюльки. Много комментариев написала про «хочу ночью». Снял для вас ночных видео, короче, интересных. Так что обязательно пишите. Что же, ребятки, надеюсь, видос вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, вот здесь, напоминаю, в углу. Обязательно нажмите, перейдите на второй канал и подпишитесь. Также, ребята, ссылка на канал будет внизу. Заходите, смотрите, там тоже выпускаю часто видео с пиротехникой, так же, как и на этом канале. Так что, ребята, обязательно заходите и на второй канал, заценивайте видосики, поскольку ваши комментарии могут быть именно там. Ваши просьбы стараюсь исполнять, так что куда попадет какой видос, не знаю, так что заходите, смотрите. Не забывайте смотреть здесь 4 видео, они тоже очень клевые, может быть вы их не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, пока-пока, ребята, до новых встреч.